Теперь, когда мы убедились в том, что код исполняется, когда мы его импортируем, давайте поговорим о том, какие проблемы при этом могут возникнуть. Первая проблема, которая приходит в голову, наш код модуля может содержать в себе не только определение классов и функций, которые бы мы хотели импортировать, а также вычисления, например, каких-нибудь значений, которые могут считаться долго и, в общем-то, не нужны, когда мы их импортируем. Давайте с вами создадим новый файл fib.py. Внутри него мы определим функцию, рекурсивную функцию для вычисления чисел Fibonacci, а затем выведем значение нашей функции от числа 31. Если мы запустим этот скрипт, то мы убедимся в том, что вычисление значения функции Fibonacci от числа 31 занимает некоторое время. Таким образом, когда мы попробуем импортировать наш модуль fib из нашего файла importLesson.py, то, когда мы запустим данный код, мы сначала видим, что у нас заимпортировался exceptions, потом некоторое время заняло подсчет 31 числа Fibonacci, и затем мы вывели hello student. Нам очень хочется научиться разграничивать тот код, который мы будем исполнять при импорте, от того кода, который нам исполнять бы при импорте не стоило. Для этого внутри модуля нам всегда доступно глобальное имя name. Для того, чтобы к этому имени обратиться, давайте попробуем в начале нашего файла fib.py распечатать его на экран. Имя name начинается с двух нижних подчеркиваний и заканчивается также двумя нижними подчеркиваниями. Когда мы запустим данный код, мы увидим текущее имя нашего модуля. То есть, когда мы запускаем наш модуль с помощью именно интерпретатора, то наш модуль носит имя main. А вот если мы наше имя попробуем импортировать, то есть, допустим, здесь мы оставим только import.fib и запустить данный код, то имя модуля внутри модуля fib изменится на само имя модуля. Таким образом, для того, чтобы понять, когда нас импортируют, а когда нас запускают в интерпретаторе, необходимо просто сравнить текущее имя с именем main. Тогда давайте это проделаем. Мы бы хотели в том случае, когда нас вызывают в качестве скрипта, вводить текущее имя модуля и значение 31 числа Fibonacci. А если нас импортируют, то мы просто хотели бы импортировать функцию fib. Для этого давайте сравним текущее имя модуля с именем main. Если оно действительно таковым является, то выполним следующие инструкции. А если оно не является, то мы их не будем выполнять. Тогда давайте исполним следующий код. Когда мы его исполним, мы сможем убедиться в том, что имя текущего модуля это действительно main, а затем мы увидим значение 31 числа Fibonacci. Если же мы исполним import fib из нашего другого файла importLesson, то мы убедимся в том, что у нас нет никакого вывода при импорте, однако мы всегда можем убедиться в том, что мы действительно импортировали функцию fib. Давайте просто выведем значение 5 числа Fibonacci. Таким образом, если вы пишете программу на языке Python, в которой есть интересные и полезные детали, которые хотелось бы затем переиспользовать и импортировать, вы можете составить свою программу так, чтобы эти интересные детали оказались выше нашего условного оператора, где мы сравниваем имя нашего модуля с main. А тот код, который оказался внутри этого условного оператора, при импорте исполняться не будет. Таким образом, в нашем примере при импортировании исполнится только тот, который находится выше условного оператора if, потому что, когда мы импортируем, имя текущего модуля будет равно имени нашего модуля, то есть строке fib. А в тот момент, когда мы его исполняем в качестве скрипта, он действительно зайдет внутрь, потому что имя модуля будет равно имени main.